Нарежечки. Блять, как я это буду есть? Владик, съездите в магазин. Да я могу съездить, если надо, скажите, я поеду. Ну ты понятно, говноед, блядь, все что угодно сожрешь. Нет, я просто неприхотливый. Ну вот и все. Есть же другие люди, прихотливые. Ты очень прихотливый. И чего дальше? Ничего. А что плохого в этом? Ну как девка. Нихуя себе, ты сейчас что-то плохое про девочек говоришь? Нет. То есть ты говоришь, что девочки типа хуже, что ли, или что, блядь? Что ты сейчас сказал, нахуй, вообще голова тупорылая? Подожди, ты сексист или что, блядь? Я ничего. Ты таксист, сука? Я таксист. Подожди, Гориныч против женщин, что ты? Нет, только за женщин. Реально? Женщины это вообще просто ты чудо. Ты как себя ведешь? Это такое чудо наше. Ты как себя ведешь? Ты против женщин, что ты имеешь? А я. Как ты себя ведешь? Женщины. Нет, женщины вообще. Мы без женщин бы не могли существовать в этом мире. Ну тогда не говори ничего плохого. Тоже верно, тоже верно. Каким образом? Гориныч тоже да про женщин не борщи. Женщины, во-первых, это мамы наши, нахуй. Фу, голова ты, когда сука. Когда наши мамы были? Что? Ведь раньше отцы были нашими матерями. Вообще, во времена нашей эры. Ну, до нашей эры. Не, реально, вот что бы вот в мире делали бы женщин? Ростик, вот ты бы что делал? Ростик, вот если бы у тебя не было женщины, с которой ты в нефть ходишь, вот что бы ты делал? Если бы не было женщины, с которой ты в Минске в нефть ходишь, что бы ты делал? Подожди, Дошик? Это ресторанчик какой-то, вот то, что ты ужинал, вот эти фотки сливали с девчонкой. Это крутая. Это там было, да? В Минске он там был с этой девчоночкой. Он петляет то, что не ты знаю. Здесь снимаешь. Он был там с какой-то девчоночкой. Мне просто написали знакомые там друзья. Сказали, бля, сидят просто и в соседней випке первый класс хуярит на всю громкость. Они открывают ширму, там Ростик сидит с какой-то девчоночкой. Ты меня с девочкой. 100%. Деньги будут. Не будет. Они даже фотку скинули потом с Ростиком, чтобы подтвердить вообще все. Я знаю, я видел. А я показывал Гриневичу. Я эту фотку уже кидал куда-то кому-то. Осуждаю девочек вообще. Не поддерживаю. Чего? Мой телефон 20 минут на зарядке стоял, даже больше. 1% зарядился. Чего? В ноль сел. Просто тебе говно с зарядкой паленая. Так, а что на свою не поставишь? Потому что она тут стояла, а моя там. Ой, Саня. Моя заряжает.